силовики. Головокружительная карьера телохранителей президента. Даже в России знают не так много, а у нас еще меньше. Это такие загадочные фигуры. Когда проверены, лучше новых двух. А это ж ГБшная история. Не надо бы на умное, надо бы на верное. Смотрите только в «Гражданской обороне». Тайные послания Западу. Как Кремль пытается запугать весь цивилизованный мир. О них мы говорили в прошлой программе. Повар Путина, его преданный гвардеец, готовый щитом стать на защиту Кремля и его хозяина. Евгений Пригожин владеет в Петербурге легендарными заведениями. Старая таможня, русская рыбалка, русский кич. Это к нему на теплоход Нью-Айленд не раз приезжал Владимир Путин. Это он обслуживал инаугурацию обоих президентов и заслужил прозвище придворного повара. Все они хорошо помнят, с чего или каких должностей начинали свои карьеры. В современном цивилизованном мире подобные вещи карьерным ростом не называют. Подарок свыше, основанный на взаимовыгодном использовании, вот это да. Путин уже не бескорыстный человек. То есть он все равно очень сильно бегает за богатством, он бегает за влиянием, он бегает там за какими-то игрушками личными. Вот, и очень часто вот эти тендеры, они же располовиниваются именно на его имя. Он, тоже как и командующий Нацгвардией России Виктор Золотов, владеет участком в деревне Ящерово на берегу озера Валдай, что в Новгородской области. Само собой, это уже стало некой традицией размещать всех своих недалеко от президентской резиденции. В этом районе живут люди только из окружения Путина. Вот и все. Знакомьтесь, Евгений Зиничев. Широкой общественности Евгений Зиничев успел запомниться своей блистательной политической карьерой. Я, конечно же, благодарен президенту за такое высокое доверие. Оно сыграло злую шутку, потому что большинство из них профнепригодны. Они были неплохие охранники, они неплохо носили там пистолеты, зонтики и все остальное. Там в нужные моменты выключали камеры в отелях. Но как губернаторы, как руководители государственных высоких должностей, они не сработали. И в большинство из них они просто там свадебные генералы, они пьют водку на рабочем месте, в то время как замы управляют областью. Калининградские журналисты 2,5 месяца пытались выяснить, какой вуз окончил их губернатор, но безуспешно. Зиничева поистине можно сравнить с агентом 007. В его официальной биографии говорится только то, что с 1987 года он служил на разных должностях в органах безопасности. Самое главное, чтобы люди видели, куда деньги уходят. Но некие факты из биографии найти все же удалось. Зиничев служил в Федеральной службе охраны и, по данным прессы, был личным охранником Путина. Есть ряд фото, на которых Зиничев, как и положено охраннику, стоит за спиной у президента. Основные задачи мои. Им часто приписываются должности, которых они могли не занимать, чтобы убедить СМИ, что на должность назначен человек с опытом. Только какой опыт у Зиничева, вот что поистине важно. Пример Калининградской области, наверное, лучше всего покажет, что охранник не состоялся в качестве губернатора. Опальный российский политик и депутат нескольких созывов Госдумы Илья Пономарев называет калининградский регион специфическим, который очень плохо относится ко всем чужакам. Калининградская область у нас, с одной стороны, в этом смысле несчастливая, то есть ни один губернатор в Калининградской области больше одного срока не сидел. Это регион с самой большой кадровой чехардой. Но также в продолжении подтверждает, что не стоит забывать тот факт, что Калининград – это оккупированная территория. Кто и зачем пытается переименовать Калининград? И зачем русскому городу немецкое название? А это символ нашей идентичности, можно сказать, флаг Кёнигсберга. Олег и Михаил по-своему знамениты. Это они в 2014 году подняли флаг Германии над административным зданием в Калининграде. Потом каждый отсидел чуть больше года. Допустим, предложат жителям как бы немецкое гражданство, все вот эти немецкие социальные льготы. Да не надо будет и зеленых человечков в Бундесвер вводить. Октябрь 2016-го в центральном районе Калининграда, проспекте Мира, что тоже символично, немногочисленный пикет. Что это? Сепаратизм в городе советской воинской славы? Германизация? Я надеюсь, что рано или поздно у нас в Кёнигсберге будет свой Майдан. Мы должны сменить обязательно название города, во-первых. Это культурный шаг приобщения к нашему городу, к европейской цивилизации. Калининградская область когда-то будет частью Евросоюза. И интеграция нашей области в Евросоюз тоже неизбежна. Поэтому сепаратистские настроения в этом крае присутствуют. Я очень боюсь, как бы вот эти сепаратистские тенденции в Калининграде не были бы использованы для новой войны в Европе. Я очень боюсь, что они могут быть использованы для оправдания, например, агрессии против Литвы. Я думаю, что Путин заинтересован в конфликте со страной НАТО,
со слабой страной НАТО для того, чтобы развалить в итоге этот блок. Я думаю, что этот вариант в качестве как минимум резервного, он у него на столе есть. И Калининград прекрасный для этого повод. В общем, действительно сложный регион. Туда, если и ставить, то только своего человека. Руководит Калининградской областью теперь Евгений Зиничев, до этого возглавлявший в регионе управление Федеральной службы безопасности. На посту главы Калининградской области Зиничев успел установить два невероятных рекорда. Первый – по длительности общения с журналистами. Первая пресс-конференция губернатора длилась всего 49 секунд. Мы еще поговорим, встретимся, я должен погрузиться в тему. Затем новый рекорд. Спустя два с лишним месяца свежеиспеченный губернатор был отправлен в отставку, так и не доработав до своей инаугурации. Регион «Анклав», где как раз охранник и человек из спецслужб, он как бы на пределе. Это знакомая среда. Вокруг враги, и надо охранять по периметру. Только там он охранял по периметру Путина, а тут надо область охранять по периметру. Зиничеву верили бразды правления, чтобы посмотреть, как справится ФСБшник. Наши эксперты в один голос заявляют, у Путина осталось не так уж и много времени, чтобы выбрать себе преемника. Они сейчас стали губернаторами, либо руководителями отдельных силовых структур, и Путин, мне кажется, проверяет, кто из них вообще готов к выполнению серьезных управленческих функций, не только к функции охраны, а вот к управленческим функциям. После так называемой проверки Зиничев был назначен заместителем директора ФСБ России. В октябре 16-го ему было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта. Путь к успеху по-русски, когда за тобой сам президент. Таким людям не отказывают, они имеют прямой доступ к телу и получают все самое лучшее. Но при этом они не забывают, кто их настоящий хозяин. Ведь на каждого из них у Кремля свой компромат, свои рычаги давления. Я хочу, чтобы вот это понимание пришло ко всем. Зиничев далеко не первый силовик, который стал губернатором. До него был еще Дюмин. Чувствую колоссальную нагрузку и ответственность. Мое кредо, или можно сказать по-другому, мой принцип – это меньше слов, больше дел. 2 февраля 2016 года Алексей Дюмин был назначен исполняющим обязанности губернатора Тульской области. Алексей Дюмин поднимается на трибуну. После того, как он произносит текст присяги, губернатор он уже не только де-факто, но и де-юре. Сейчас в России огромное количество слухов о том, что именно этого человека Путин готовит себе в преемнике. И это для него вот такой тест, потому что чаще всего силовики плохо себя проявляют на хозяйственных позициях, и поэтому прежде чем, соответственно, ему предлагать какую-то там реальную должность, надо его вот обкатать. Естественно, что есть уже один проверенный преемник в лице Дмитрия Медведева. Ну, вариант обсуждается. То есть вот та же шутка есть, что вот один сын, политический сын Путина, это Дмитрий Медведев, другой вот господин Дюмин. Но в Кремле, скорее всего, опасаются, что Дмитрий Анатольевич не очень подходит для такой сложной и нестабильной ситуации, которую Россия в общей сложности и спровоцировала не только у себя, но и в мире. И Путин побаивается, что такой человек может пустить ситуацию в разнос, и поэтому думаю, что он смотрит на силовой фланг как на источник потенциального тоже вот такого себе преемника. Преданность Дюмина в Кремле очень ценят. Ранее, будучи адъютантом Путина, Дюмин во время своих дежурств даже ночевал с тогдашним премьером в одном доме в Новоогарёво. Он принимал активное участие в присоединении полуострова к России. И именно Алексею Дюмину в 14-м было верено вывести сбежавшего Януковича из Крыма. Сегодня он глаза и уши Кремля в Министерстве обороны. «Мой долг – ставить их интересы превыше всего. Работать с полной самоотдачей». Видимо, вот господин Дюмин входит сейчас в вот это ближайшее, скажем так, доверенное окружение Путина, но пока статус его не очень высок. Дюмин, он пока только растет, он должен пройти обкатку, адаптацию. И в зависимости от этого будет развиваться дальнейшая его политическая карьера. Сегодня Дюмин в России представляет молодое путинское поколение, людей, которые выросли при нем и под его опекой. Он их лично выбирал, оценивал и тестировал. И скорее всего, что именно из таких людей он будет выбирать будущую политическую элиту. То если, конечно, до этого дойдет дело. Он окружил себя силовиками, наделил их властью и богатством. За это они платят верностью, готовностью служить и безоговорочно выполнять любые приказы. А этого только за деньги не купишь. Нужно сказать, что Сталин в последние годы жизни доверял только своим охранникам. Публика там была специфическая, он предпочитал охранников из расстрельных команд, людей, которые в крови были по самую маковку. Но ведь надо помнить, что рано или поздно всему приходит конец. И финальная сага у всех мировых диктаторов почему-то всегда заканчивается одинаково печально.